Всем привет, дорогие друзья мои и подруги, с вами, как всегда, Алекс и игра, шикарная игра Grounded. Мы сегодня, хочу я сегодня сходить, значит, и к термитам бы заглянуть неплохо было бы, здесь у них чип есть, вот я его так и не достал, по причине того, что термиты спавнились постоянно, вот пропавший чип бургла. И на самом деле у пчел здесь пропавший чип бургла, он находится, насколько я помню, в сундуке Минотавра. А вот здесь вот открытая труба, по-моему, тот самый вход туда, вот как раз в этот пруд. Поэтому я с собой взял уже маску, ласты. Ласты, кстати, надо было бы починить, но мне их хватит, мне кажется. Сделал покушать вот здесь вот. Два себе пудинки с головастика, ничего, бывалый ныряльщик делают, и скорость плавания еще, что вам не помешает. Сейчас улучшим вот это вот копьецо, ржавое копьецо у меня. Я его создал, оно мне очень нравится, ржавое. И оно делает у нас следующие вещи. Подожди, улучшать его здесь. Выбираем его. Выбрать, вот. Я думал сделать какое-то вот такое вот соленое, кислое. Ну, сделаем могучий, потому что он по выгоду, по урону самое большое. Давайте, да, улучшим его, тем самым его починим. И теперь оно у нас будет супер-супер прокачано. Только надо, очень неудобно, надо поставить его снова. Хилочки сделал, где? Ну, боже мой, где я его потерял уже? Здесь где-то. Где-то здесь, но в упор не вижу его. Нож, кстати, нож обязательно. Нож надо взять. Один фонарик, второй фонарик, арбалет с собой возьмем. Мануакаль этот можно, в принципе, я не знаю, зачем оно надо. Вот оно, на единичку поставь его, пожалуйста. Брать не брать, вот этим пудингом, наверное, сразу перекусим. Вот, запьем все это водичкой, чтобы было у нас водичка. И отправимся на поиски пропавшего чипа бургла. Кстати, здесь клей делает. О, сделан. Отлично, тогда мы починим свои штанишки, наголенники. Вот, у нас теперь АПА, значок этот выложим, значок положим сюда. Это у нас значок стажера, он очень хорош при стройке. А вот этот токсикологии вроде как и на термитов действует неплохо. Так, ножик сразу давай поставим на... А куда мы его поставим? На четверочку поставим, он у нас стоит уже. Я бомбочку хотел взять, а вдруг там что-то взрывать надо? А я не помню ведь, надо или не надо. Где-то здесь у меня есть немножко... Я делал О, вот, есть. Да, так, давай так, сложить стопку. Нет, подожди. Сложить просто, вот. Еще сложить, вот. Две возьмем с собой, четыре оставим. Я думаю, что две мне хватит, если что-то надо, там сюда поставим. Факелы Мстители на подходе. Какая расплата? А что постоянно происходит у меня здесь на видео? Что за расплата? Я сейчас арбалет возьму, я вам расплачусь. Я никого не обижал, ничего не делал. Что за расплата? Это постоянные какие-то на лагерь у меня набеги. А где? Где они? Они на подходе, а где на подходе? Я не вижу. Я не вижу никого. Какая... Кстати, моего нюхача убили. Ты представляешь, мой долгоносик, он жил здесь. Я его съел. Здесь лежал хобот долгоносика, и он ворота открыл, или я открыл. И получается, его больше нету. Гусеница! А, я к гусеницам заходил, я фармил их, да. Кто не знает, я даже меточку поставил, куда я заходил. Ну где вы, елки-палки, мне вот что-то ползет, да? Ползет. Я даже меточку поставил вот здесь вот. Но тут надо две взрывчатки. И, в принципе, так. А где вы ползете? Где расплата? Вот так медленно ползете-то, а? Я не понимаю, где они. Паучков вижу. Паучков вижу, гусениц не вижу. Ладно, хер с вами, а. Мстители на подходе, гусеница. Но вот эти вот рейды, конечно, на мою базу, это хорошо, только какие-то они немножко туповатые, гусеницы эти. Я их по карте не вижу, может, я к вам схожу, а?
Вот там они где-то на подходе и никак дойти не могут. Кстати, тля у меня, вот зеленый шершень, он у меня там обитает. А теперь он там завис просто и там обитает. Вот, он бегал-бегал за мной, а моего долгоносика нюхача длинного носа сожрали. По-моему, муравей сожрал, я их всех съел. Так, ладно, это будет, я понял, это будет долго. И я мог пчелам, кстати, переместиться-то, а? По этой веревочке мне надо всего лишь, мне надо одуванчик. О! Вы пришли, вы здесь застряли, я вас так ждал. Так где ты, елки-палки-то? Вы защитили базу. Да ладно, я ее вообще не защищал еще даже. Так, мне надо вот такой вот одуванчик. Вот, мне надо парашют с собой взять. Елки-палки, а другого... Другого парашюта нету, не хочу я с клопами этими сражаться. А мне они не нужны сейчас. Так, не вижу я парашюта другого, да? Придется тебя разбудить, друг. Проснись. Да ты мне не нужен. Стрелы, кстати, стрелы я сделал. Стрелы с этих, с обломков сделал. Стрелы это так, это для клопов здесь. Для всего прочего. Стрелы хорошие должны быть, я считаю. Эй, парашюты! О, есть. Два возьму. Клещи, клещи мне не надо. Клещи, до свидания. До свидания. Клещи, опять воды хочешь? Мы только что с тобой, или ты рыбки поел? И... Подожди, а давай сюда заглянем, вот здесь. И спьем водички, так сказать. Нам... Мы, посмотри, сколько времени потеряли на самом деле. Поэтому ворота я закрываю. Здесь жила тля. А здесь жил нюхач у меня. Ну, вот так случилось. Поэтому пойдем мы сразу к пчелам и упадем чуть-чуть раньше. Отпустим эту штучку. Упадем с парашюта. Только парашют сейчас надо поставить. Аксессуар. Вот это от пыли тоже возьмем. Мануаль этот оставим наверху его в ящике. По-моему, у нас самая высокая точка там возле дома. Там есть ящики. Там тоже дом у меня вот. Кто не видел прошлые ролики по граунду, то обязательно посмотри. Так, и к термитам, я не знаю. А, кстати, вот, мне приснился сон, вещи, и Вургул сказал что-то про кофемашину, поэтому я туда построил мост, спуск будет на аккумулятор, либо на кофемашину, точно не знаю я. Как отсюда можно спуститься вот сюда вот, в принципе, а можно и к пчелам спуститься, я еще хочу сделать, наверное, к термитам, потому что, ну, я пока дойду, ну, куда-нибудь вот туда вот, так, не сильно видно. Ну, там есть вот пенек, мне кажется, на нем можно что-то построить, и это будет гораздо быстрее. Так, пойдем, оставим ненужное оружие мне здесь. Уже по всем сундукам, по всем этим раскидано все, уже не поймешь, где что. Так, пожрать, пожрать мы взяли, да, пожрать, и коктейльчики взяли, бинтики взяли, стрелы взяли, газовые стрелы мне крайне не нравятся, как работают, Питер, вот попить можешь. Здесь все есть у нас. Да, есть сундучок. Что здесь? Камни. О, веревка. Вот как раз то, что я искал. Так, клопа сюда. Клоп нам не нужен. Что нам еще не нужно? Вот это не нужно. Вот это сразу не нужно. Так, значок токсикологии мы с собой заберем. Нож, конечно же, с собой. Это все с собой. Запасной парашют поесть. Все с собой заберем. Здесь очень красивая база. Здесь кресло. Можно присесть, отдохнуть. Встать и пойти. Так, а, здесь не сделано. Значит, надо ниже чуть-чуть спуститься. Я здесь хотел сделать немножко. Давай сразу прикинем, где это. Это у нас пчелы здесь. Но вот как раз здесь, где-то в пруду. Я помню второй пруд. Я туда на бета-тесте уже ходил, доставал эту штуку. Я помню второй пруд. И я помню, что желательно маска и ласты. Так, отпустить я же заранее смогу, надеюсь. А то там пчелы... Левый контр отпустить. Все нормально. Сейчас мы переместимся. Отпустим, включим парашют. Не то чтобы сильно быстро оно едет, но намного лучше, чем бежать. Вот. И туда тоже я хочу так сделать. Вот отсюда можно посмотреть, где труба эта. Вторая труба мне нужна.
Вот, вторая труба мне нужна. Пчелы, ох ты, нифига себе, а что они вниз полетели так? Испугались, да я к вам не еду, как бы. Вторая труба мне надо с озером. Так, Питер, давай быстрее. Спускайся, очень плавно парирует он. Между кустов спрыгиваем, и вторая труба, давай сейчас поищем. Здесь долгоносики. Я когда строил, вырабатывал это все. Как тебе объяснить-то? Так, здесь лопата у нас. Лопата. Так, лопата, это понятно. Значит, надо дальше пробежать. Вырубал траву, оставил грибы одни. Слушай, долгоносиков просто тьма была. Так, ты нам не нужен, я тебя помню. Где-то здесь вода должна быть. А вот я забыл, конечно. Ух ты, Питер, что тебя колбасит так? Они что, не исправили ничего? Так, смотрим. Нет, мы не сюда чуть-чуть пошли. Здесь чебургло. А, вот. Открытая труба. Все правильно, я... Я также где-то примерно вот на нее смотрю. Вот мне открытая труба, мне кажется, она и нужна. Да. Это здесь. Ну, тут здесь два озерца было. С открытой трубой, по-моему, это то, что мне нужно. Так, этих я собирать не буду. Вот, тут вход был. Входим, кстати, маску и ласта надо было... А, у меня, смотри, без маски и без ласт 137 секунд. Вот, то есть мы поели нормально. А ну нахер отсюда, говорю. Козлины. То есть маску и ласты можно было и не брать особо. Так, нафиг, пошли отсюда. Так, здесь можно вдохнуть? Можно вдохнуть. Пошла вон отсюда, а? Сколько у вас здесь? Так, фонарик мне нужен. Давай, наверное, все-таки оденем вот это. И ласты, где наши ботинки есть? Во. Так, о, 400 секунд, на нифига себе, Питер, водолаз, бывалый ныряльщик. Здесь еще нож понадобится, я помню. По-моему, вот здесь, да. Здесь надо нож. Это я переусердствовал. 400 секунд, ты представляешь? Вот. Берем копьецо, плывем дальше. Плывем. Блин, как вы надоели, а? С одного удара. Так, вот здесь паучок. Паучок не с одного будет, конечно. О, куда ты? За текстурой уходишь. Так, и ты иди сюда. У меня кислорода хватит. У меня 500 секунд еще. Так что не думай. Вот здесь мы долбаем. И здесь где-то ключ был, насколько я помню, от пчел. Ёлы-палы-то, Питер. Сточные воды. Так, а где ключ? Подожди. Ключ от лабиринта Минотавра, я помню, должен быть. Неужели пропустили? Неужели в другом месте где-то? Я помню, здесь вроде был. Уйди нахер отсюда. Дафни эти. Так. Ну, давай посмотрим. У нас время плавать здесь еще 5 минут, грубо говоря. Пол ролика можно плавать. Я... Подожди, а давай... Не, Питер, давай вот так. Во. Сделаем. А то когда 3D от третьего лица, я плохо вижу. Я не вижу ничего. Может, не здесь. Может, я ошибся. Ну, сейчас поплаваем, посмотрим. Та труба это или не та труба. Так, здесь Дафни. Гриб. Куда ты прячешься? Куда ты прячешься? Прячется она. Уйди нахер. Я помню, в этих трубах был ключ. Это я тебе точно говорю. Был однозначно. Здесь грибные наросты у нас. Дафни, возможно... Давай глотнем свежего воздуха. Возможно... Здесь. Мокрый подорожник это, так. Проплываем. Да, здесь что-то, здесь, смотри, еще есть. О, здесь уже два, да? Серебряники.
под водой медленно бью только. Куда ты ушел, а? Я тебя не достану там, говорю. Вылезь, блядь. Рычит. Я не достану там за текстурами. Ну, кстати, я к Бургу ходил, чип отдал. Ты прикинь, там был паук и божья коровка, они... Они провалились просто. Так. Здесь что-то интереснее уже. Здесь можно вдохнуть. Здесь дверь. Так, это уже... Лаборатория в Мареве. Во. Это, мне кажется, то, что мне надо. Здесь можно такой вид включить уже. Как бы так. Здесь заперто. Чтобы открыть, надо, видать, опять вид переключить. Поплавать дальше сюда, да? К проводам. О, я помню эту лабораторию. Да-да-да, здесь куча долгоносиков. Зараженных, зараженных долгоносиков. Зараженных, зараженных. Плохих. Так, вот это топором, насколько я помню. Оно взрывается, да? Ну-ка, долгоносик. Ты тоже взорвался, ну и правильно. Так, взорву сразу, чтобы ничего не взрывалось. Биометрически. Я уже был в какой-то лаборатории муравьев, по-моему. Да, лаборатория муравьев. О, подожди. Так, ладно, я копьем буду работать. Крупицу знания даете. Копье быстрое, мне нравится. Открыть? Че открыл, не знаю. Может, тут дверь. Крупица знания. Может, эту. И, честно говоря, грибочки растут. Так, тут надо топор, очевидно. Кто из вас... А, вот, взрывоопасное. Ребята. Ой! В центре еще есть. Странная поганка. Да не то слово. Блин. Это где ты растешь тут? Вон она. И наверху. Я забыл. Так, ну хилочки есть, ладно. Вот еще одна. Но мне надо, наверное, их порубить. А у меня этих грибных наростов куча. Вон еще растет, смотри. Неприметная. Так, хорошо. Открываем. Здесь... осколок хрупкого. Я думал, не хрупкий. Шоколадку берем. Сундучок. Что здесь? Прочного мрамора, конечно. Хрупкого кварцита. Не очень хорошо. Открылась та дверь. Все, теперь в ту пойдем все спокойно. Так, а что я топором их... А, я ж топором этих бил. Так, все. Подожди, а сюда куда ведет? А я сюда не ходил наверх, разве? Не ходил. Опа, здесь анализатор. А нам нечего анализировать. Мы умные уже. О, вот это устройство для осмотра ресурсов. Кстати, его надо включить. Так, ресурсы, что там? Хрупкий кварцит, опять хрупкий. Усовершенствовал себе в Бургле чип. Отдал же с дерева этот, если смотрел, с дерева. А, вот бомбочка надо. Чтобы зайти сюда. Но мы зашли через пруд. Получается. А где же ключ от Минотавра? Слушай. Закрыть. Так, давай все заберем здесь. Что есть? Что есть? Бинт. Бинт заберем. Это что вверху? Бинт заберем, Питер, говорю. Что? Хрупкий кварцит заберем. Хрупкий мрамор заберем. Но что-то как-то... А что за баночка? Баночку нельзя забрать. Кассеты. Кассеты заберем, давай.
Блин, а можно не включать вот это вот? Я все равно не читаю там доктор, что доктор говорит, что доктор не говорит. Так, хорошо, нам в закрытую дверь. Надо, очевидно, так. Здесь ничего нету у нас. Надо осмотреть, может, здесь кварцит какой-то классный. Не, фига себе, нифига нету. Так, где эта дверь? Сюда. О, мы и открыли ее. Открыли. Так, результаты третьей фазы. Забираем. Результаты, открываем эту. Фига себе. А, дверь закрыта, я понял. Ты сюда только не входи, слышь. Херасия. Питер. Блин, боже, коровка, ты ёб твою. Питер, бинты надо. Мотайся, вот это надо. Херасия, раньше такой не было здесь. Все, слава богу. Блин, на соплях вообще. Инвентарь полный. А что ж с него выпало? Давайте тут шоколадки поедим, а? А что-то я проголодался очень сильно. Батончики съедим. Энергетические. Места нету у нас. Просто я не знаю, что есть. А, обычная часть божьей коровки. Ну, давай уничтожим. Таких у меня много. Таких у меня много. И я без брони пошел сюда. Я же ластый, точно. Так, употребим один коктейльчик. Во. Опа! Жизни у нас поднялись. Так, я уж какими-то стрелами в нее. Так, а что с нее выпало-то? Не понял. Так, у нас какие стрелы стоят? А, давай-ка из обломков поставим. А, здесь грибочки. Растут грибочки. Вот еще один. Они взрываются. Вот еще один. Поздно. Твою мать, а? Мешает мне просто грибу этому подойти. А, надо зажать для использования, понял? Зажимаем для использования, надо водички еще попить. Меня почему-то постоянно сушит. А я не ожидал просто. Понял? Клещи. По какому бью, я не знаю даже. Сюда бы бомбочку кинуть. Питер устал. Стоп. Не кусай меня. Херася, а мне надо столько клещей вообще? Давай соберем. Что с них выпадает? А, просто шерстка клеща. Так, что здесь? Еще кассета очередная. Опа. Но это не ключ от Минотавра, однозначно. Здесь чип какой-то бургло. В мусорке что-то есть? Осколок хрупкого мрамора. Я собрал их, да. Хрупкого кварцита. Почему здесь все хрупкое? Так, это что такое? Супер чип Марио. А это супер... Это все из-за супер чипа. А мне... Другой чип надо. Мне чип от сундука надо. Так, шорстку, я думаю, уничтожу. Мне не нужна она просто. Вот эти я тоже уничтожу. Он место занимает. Би-би-би-буп. Пошли, би-би-би-буп. Короче, что нам делать надо? Это чуть-чуть не то, что я хотел. Возможно, еще одна канава есть.
Возможно, еще одна канава есть. Так, Питер, маску одевать будешь или просто употребим? Так сказать, во. Протокол что-то там. Змея. Блин, ну как ты плаваешь, Питер? Змея в огне. Но это не чуть-чуть не та труба, видать. Я помню, ключик был вот там, вот где мы крупицу нашли. Знание. Может, мы его подобрали незаметно? Надо пойти посмотреть. А может, ключик в другом месте уже. Так, давай оденем свою эту маску и ласты. Я медленно плаваю, так быстрее. Давай еще раз посмотрим. Давай вид от первого лица. Сюда заплываем мы. Вот сюда я заплывал за ключом. Насколько я помню. 100%. Фонарь. А, у нас фонарь есть еще один. Хороший, усовершенствованный. А это не хороший, не усовершенствованный. Водичку я с собой взял. Все есть. Где ключ, блин? И где ключ? Может, не здесь? Я уже не помню. Это так давно было. Еще на бета-тесте. Хоть бери да ролик пересмотри свой. Где ты ключ находил? От минат... Хрупкий кварцит лежит просто так. Вот не видно, да? Не видно. Но если не здесь, значит, то я помню, их две. Их две трубы должно быть. Пойдем во вторую. Здесь слезовики. Кстати, в другую сторону, я не знаю, плавать, не плавать. Вот тут... А, туда нельзя плыть. Все, в этой трубе мы побывали. Ага, вот открытая труба еще есть, видишь? Где мы? Где открытая труба? Вот там. Вот туда нам, скорее всего, и надо. Так, фонарик выключим. Вот туда, я ж помню, две трубы. Это первая труба. А вот это вторая труба, которая нам и нужна. Так, что я хотел? Я хотел... Где моя фляга? Бомбочка пока не надо. Давай на семерочку выпьем водички. Вот. Освежимся, так сказать. Пошли. Хотя здесь... Зря я водички выпил. Здесь все так делаешь и пьешь. Так, подожди, мы туда идем? Да, туда. Вот ровно туда надо. На вторую, муравей, иди нахер. Вторую открытую трубу. Не, ну здесь совсем заросло уже, а? Совсем не пройти, ну, Питер. Так, чтобы не прошли ее. Прямо на нее смотрим. Прямо на нее смотрим. О! Блин, я хотел. Во! Должно быть где-то здесь. Дайте водички выпить, а? Опа. Во, вот она, труба. Вторая. Я помню, надо было на вторую идти, но пошли туда уже. Ладно, достали какой-то суперчип. И фиг с ним. Так, как сюда попасть? Подожди. А, спод низу. Все. Так, Питер, ты в ластах? Дорогой мой, ты в ластах. Все, у нас все есть, да? Бурдюки, все, бинты есть. Включаем фонарик, погнали. А, здесь и туда, и сюда можно. Но, насколько я помню... Хрупкий мрамор. Нет, не сюда, значит, туда надо. В ластах, конечно. Так, подожди, а здесь и не надо ласты нам получается, да? А, не, вот... Вот сюда ныряешь, да? И чё, куда? Зачем? Чё-то я не понял. Не понял смысл этой дырочки. И здесь ничего нету? Ага, здесь нож надо. Так, я думаю, надо сделать вот так. О! А вот и ключик лежит. Все. Все. Программа максимум. Сейчас только выйти отсюда. Программа максимум. Тоже хрупкий кварцит. Эх. Вот. Программа максимум выполнена. Теперь пойдем. Пойдем так. Фонарик нам пока не нужен. Переоденем свои
свою шляпу. А я думаю сейчас домой сбегать, да, быстренько поспать, выгрузиться, по крайней мере. И потом полетим прямо туда на сундук пчелам. То есть я это обрежу. Сейчас пойду домой, высплюсь здесь, и я выйду с этих кустов. Господи, раньше нормально это работало. Сейчас как так вообще? То термиты друг на друге спавнятся просто постоянно, не прекращая. То как-то бегает он странно очень, Питер. Кто там? Гусеницы. Гусеницы, вы мне не нужны уже. Все, гусеницы, до свидания. Итак, мы проснулись первым делом. Конечно, когда ты просыпаешься, надо что сделать, правильно? Приготовить кого-нибудь. Ты не моя тля, слышишь? Она прыгает, говорит: «Алекс, приготовь меня, пожалуйста. Приготовь меня, я очень вкусная буду». Так, у меня здесь есть еще вяленое мясо. Есть, конечно, кухонные изыски. Давай разложим вот эти все камушки. Да, ага, здесь максимум. Просто все забито лутом уже. Просто все. Давай сюда сложим. Здесь 25 у меня в стопке максимум. Вот так сделаем. А, нет, 39 даже. Ничего себе. 39 бомбочки. Оставим 2 здесь. Божью коровку тоже оставим здесь. Парашют обязательно с собой возьмем. Значок возьмем. Слизовик, что его тягаю? Что его тягаю? Так, маску ласты нам уже не понадобится. Положим вот сюда, вот где лежат наши, так сказать, вещи. Маска и ласты. Все, они свое отработали, я считаю. Довольно хорошо сейчас делается еда. Пью, вот катка с водой есть. А пока проверим, как собиратель сока работает. Мне очень нужен сок. Открой. Вот и попить есть. Я собиратели сока поставил. Вот. Взять все. 5 сока всего лишь. Ну, я их наставил здесь. Сок очень нужен для моей лестницы, которая ведет вниз. Здесь не вырос сок, кстати. Вот здесь вырос сок. Пока там еда готовится, быстренько вот это собираю, из этого тоже блюдо можно делать. И сок собираю. Сок вообще на все золото просто. Его постоянно мало. Вот этот. Кажется, такой ресурс не особо нужный. Сколько я собрал? 23. Но это я еще здесь подолбал. И одну падль тли вот этой вот. Это тля откладывает. Такая вкусная вещь. Лично не пробовал, но Питер пробовал, конечно. Питер пробовал, я ее собираю. Я ее собираю, из нее можно готовить, и довольно неплохой рецепт есть из этой вот тли. Так, хорошо, здесь у нас обычная еда сейчас накануне. Обычная вот такая вот тля, употребим ее и поедем к пчелам прямо туда, в их логово. Так, водички ты, наверное, зачерпни. Я все никак не сделаю флягу, помощнее немножко. Питер, запрыгни. Так, это ремонтировать. Вроде ремонтировать даже ничего не надо. Слушай, а, Бургл Суперчип не отдали. Давай быстренько сбегаем, пока мы здесь. Отдадим Бургл Суперчип и пойдем в лабиринт Минотавра, в этот ящик Минотавра. Откроем ящик с сокровищем. Там однозначно... Подожди, давай откроем, а потом отдадим все чипы уже. Правильно, он никуда не пропадет. Даже если я умру, откисну, я его взял уже и все. То есть свой рюкзак даже подбирать не надо. Он не в рюкзаке, он где-то в квестовых предметах находится. Поэтому взял, отдал и все. И дело с концом. Поели, попили. Сытость, все есть у нас. На крыльях просто мчимся. Почти на самый верх, на второй лагерь мой. У меня вот туда вот идет. Еще вот так вот мостик идет. Купание для птиц. Там мы чип забирали на прошлом видео. Или позапрошлом видео. Вот. Нам остались термиты только. Но термиты так начали спавниться, что просто жесть. Вот как те комары спавнятся. Раньше ты убил, и все, он не появляется. А это ты убиваешь, и он на том же месте, грубо говоря, спавнится еще, и так бесконечно. Парашют есть, если что? Есть. Веревочку надо только переставить обязательно. Потому что она ведет прямо не туда, куда я хочу, скажем так. Прямо к пчелам ведет, и сейчас они очень разозлятся. Там еще банка с медом есть. И я хочу, если честно, в нее залезть, посмотреть, может, меда добыть можно.
Опа, прям в жопу тебе, извини, я ухожу, все, я ухожу, не злитесь там, я ухожу к себе в лагерь, все. Все хорошо, все, я даже огонь тут зажгу, вот. А это к тигриным муравьям. Пусть успокоятся, здесь доски есть, смотри, здесь ящик был еще, а, маленький ящик, вот. Что в нем есть? Кусочки яблок, прочный мрамор есть. Прочный мрамор, его надо будет забрать с собой. Все, успокоились. Пошли к сундучку, прокрадемся. Сундучок здесь находится, ключ мы взяли. Так, тут черные муравьи, кто хочет пофармить. По-моему, сюда заходить левее надо. Здесь такие монстры, да, смотри, крутой, да? Крутой чувак. Вот, так как Бургл говорил, здесь даже сфоткаться с ним можно. Так, здесь еще... О, вот это я сейчас заберу, смотри, что я нашел. Часто здесь нахожу. У меня уже дофига перьев, честно говоря. Ну почему одно? Почему одно? Может другое туда выпало, не? Вот, и в эту дверку мимо этого чувака... Да, ну там постоянно пчела трется, видишь, возле сундука. Нихера себе, ты через двери. Вас тоже соберу, шерстка мне надо. Че ты там застряла? Да, разработчики сделали, да? Хера себе, вы через текстуры летаете, а? Иди сюда, а? Посмотри, а? Чё, неудобно так, да? Ай-яй-яй, жопой, да? Все, братьев ваших уработал. Жопой, прикинь, жопой в двери. Опа. А это ж стрела другая. Вот почему. А, можно запрыгнуть на него, да? Вот почему. Стрела из обломков такая ценная, понимаешь? Ага, он дальше прыгать не хочет просто, даже если я жму. Вот как мне забрать ее оттуда? Ну, в принципе, есть способ забрать. Но хочется сейчас забрать. Питер, да ты издеваешься, что ли, со своими прыжками, бля. Когда вы сделаете нормально это уже, а? Во, так. Кубик Рубик, как пароль какой-то. И наш сундук, который мы откроем. Кстати, открываем и забираем все здесь. Питер, ты запрыгнешь туда? Спасибо. Ты видишь, да? Ты видишь, что делает? Это с последними обновлениями так. Так, кусь забираем. И чебургла пикник. Так, и еще осколок прочного кварцита. Это то, что мне надо. И вот это все забираем. Выметаем. Больше ничего здесь забрать нельзя. Больше ничего нету. Но нам ничего и не надо. Нам теперь надо к бурглу сходить. Да, вот это сундук, да? Вот это сундук. Посмотри, какой, а. Красивый то, а. Вообще, здесь можно, интересно, сфоткаться как-то? Возле сундука. Нифига себе, Питер. На свободную камеру. Переключим. Вот это да. Ну, сделаю фото одно, на превьюшку будет вам. Так, погнали обратно домой. Единственное, что нет веревочки домой этой. А хотелось бы очень сильно тоже тросик такой, быстрое путешествие. Проверим, больше ничего интересного здесь нету. Конечно же, есть. Здесь снова заспавнилась жвачка, которая нам тоже очень нужна. Мы любим жевать. Сейчас пойдем на ту сторону. Я не знаю, как лучше. Либо бежать до базы. Че, два кусочка, реально. Как-то на вершинах всего очень мало. Либо оно вниз проваливается. Я не знаю, напиши мне, пожалуйста. Либо оно вниз проваливается, либо... Либо его очень мало.
либо его очень мало. Так, в этом замке мы побывали на релизе. Теперь еще яблоко заспавнилось тут новое. Можно добыть его. Из него тоже хорошие рецепты, насколько я понимаю, есть. Из вот этой еды. Видишь, я уже добывал, лежат крошки. И это крошки, это тухлое мясо. А мне надо... Почему с яблока тухлое мясо? Ты не знаешь? Я не знаю. Мне надо кусочки свежие. Видишь, сгнившая еда. Кусочки яблока, вот. Инвентарь полный, а что их нельзя собирать один в один? Свежие кусочки. А, есть просто кусочки яблока. А есть свежие кусочки яблока. А в чем разница, значит? Одно перо, один парашют. Давай этот, подожди. Уроним. Это поставим, вот так. И соберем еще свежих. Я не знаю, в чем разница. Возможно, рецепты какие-то разные будут. Тухлое мясо нас не интересует. Все, сгнившая еда осталась. Мы набили карманы себе полные просто уже. Кстати, я там в коробке не был. Парашют есть, предлагаю. Отсюда можно вылезти. Уйди нахер отсюда. Сладкая капля есть. И что здесь есть еще? Я думал, здесь секрет какой-то, а здесь только ради сладкой капли. Питер, ты не в космосе, чтобы так прыгать. Ну, похоже, да, здесь только сладкая капля. И еще одна жвачка, до которой... Короче, надо нажать, а потом прыгнуть. Нажать, бить и прыгнуть. Нажать, бить и прыгнуть. Нажать, бить и... Нажать, бить и прыгнуть. Так, и... Ну и осталось только вот так сделать. Кто там, елки-палки? Ради одного кусочка, другой не утонул. И нигде нету. Здесь зато глины, надо запомнить. Глины куча вот здесь, возле этого болотца. Итого у нас 3 жвачки аж. Ты представляешь, обычно по 5, по 4 вы... Нет, есть еще одна. Вот, она просто под водой. Но все равно 2 мало как-то. Там падало как будто бы 1000 штук их. Оно потом исчезает и... Так, здесь зараженные эти, я пошел снова в лагерь. Кстати, эти зараженные, есть какой-то квест, по-моему. Ну, по крайней мере, раньше я делал квест на них. Надо было что-то где-то, что-то там разобрать их побольше. Так, теперь к Бургулу можно идти прямиком. Прямиком к нему. Это мы возле лопаты только, елки-палки. Вот мне не нравится возле травы этой бегать, понимаешь? Не нравится. Мне нравится быстро вот так. Надо к пчелам, поехал. Надо к термитам, поехал, полетел. Все, и обратно тоже так хочу. Иди нахер, ты мне вообще не нужен. Вообще, понимаешь, от слова совсем не нужен. Нафиг ты мне сдался. И мне кажется, от вида третьего лица он как-то лучше прыгает. Вот сока вроде везде есть, видишь? А когда он нужен, его нигде нету. Поэтому лучше собирать. Фига себе канавы. Ну, кстати, в этих канавах бывает. Но я вроде уже все подфармил здесь в этих канавах. Возможно, где-то что-то есть. Бывает кварцит. Кварцит. Прочный кварцит мне надо. Превосходный даже не надо. Мне надо прочный. Сейчас нужен прочный. Надо посмотреть, как еще копье вот это вот улучшить. Насколько паук спит. Нифига себе. Так, это что? Это светлячок, да? Я уже не помню, светлячки атакуют, не атакуют. Вот еще грибный нарост. С божьей коровкой бешеной. Так, светлячок, я тебя не трогал. Я светлячков подфармил уже. Мне клопы точно атакуют. Вот еще машину эту защитить надо. Запустить надо. Но только сначала построиться возле нее.
Потому что я запускал, животные эти млекопитающие все атакуют. Очень... Питер, как всегда, очень стрёмно атакуют. Кстати, по реке идти довольно неплохо. Проходи, проходи, давай. Я понял, будет крутиться здесь до Талова. Пока у меня терпение. По реке неплохо тоже, быстро перемещается довольно. Возле забора нежелательно, здесь много пауков. Очень много пауков. Я особо их, конечно, не боюсь. Но все-таки приятного мало с ними сражаться здесь. Хотя надо было бы их подфармить еще. Но одно дело, когда с лутом бежишь, целенаправленно что-то выполнять. А другое дело фармить пауков. Фармить их надо, с них хорошие вкусные бутерброды есть. Есть клей, с них можно делать части паука. Любого паука фактически. Паук-волк, паук-ткач, любой паук, с него можно исполнять. Вот, 20 сантиметров осталось туда бежать-то. Нет, 200 сантиметров, 2 метра. 2 метра. Гусеницы мне не надо, я к ним в логово зашел, они мстить мне пришли. Слушай, если я так буду постоянно заходить, это уже не первый рейд. Не первый рейд на мою базу такой. Грибы тоже надо, кстати. Ладно, у меня места нет. Грибы нужны, потому что тоже можно на кухне сделать очень хорошее полезное блюдо, которое повышает шанс критического удара. А это очень... Что там, ночь началась? Что там? Нормально все, как раз вовремя пришли. Так, пошли сразу к Бургулу, наверное. Что на базу идти? Базу выбрал как раз здесь очень... Очень-очень... Смотри, здесь сок, желуди, грибы растут. Хочешь пауки, хочешь еда бегает. То есть, вон грибочки, вон зараженный паук. Кстати, паук-волк зараженный. Я его раз убивал. Больше убивать не хочу. Иногда проваливается к Бургулу. Иногда божья коровка проваливается туда. Поэтому он здесь иногда вот патрулирует. Патрулирует. И я его убивал, он все равно появляется. Не знаю, правильно это или неправильно. Может, фармить его надо. Может, не надо фармить. Бургул, привет, у меня два чипа. Привет. Мне удалось найти последний суперчип. Так, суперчип нашли. А что, больше суперчипов разве нету? Мы все понаходили. Один в муравейнике, я помню, был где-то. Так, продолжить. Настало так, рецепт увеличивающего коктейля. Давайте сюда, и мы отправим вас домой. Так, хорошо, хорошо, Бургул, конечно же. Ногти на ногах. Так, хорошо, тишина. О, Господи, о, Боже мой, о, Господи, о, Боже мой. Этого не может быть. Последний ингредиент коктейля отмечен как отсутствующий. Так, доктор удалил последний ингредиент, я понял. Так, хорошо. Так, хорошо, Бургул, хорошо. Так, 5432 по оси X74356 по оси Y19666 по оси Z. Есть по оси X, есть по оси Y. И как я это буду искать? Error. Scabby. Prototype 0001. Error code 324. Subminiature. Axial lead resistor. Ominent model. OC 93412. Так, так, что теперь, Бургул? Я мелкий промах, я знаю место. Так, Кусь находится в любимом кресле доктора Талли возле сарая. А, все, понял, как же иначе. Так, хорошо, мне надо в кресло. Кресло я знаю, как раз туда строю. Строю, мне удалось найти дополнительный чип, держи. Давайте его сюда, посмотрим, что мне удастся вспомнить. Подожди, еще же у термитов чип есть. Так, хорошо, все, я понял. Бургул, мы все отдали, сейчас посмотрим, что построить можно. Бургул! Да ёб твою налево. Может, нет, так, так, давай вот так сделаем. Так, все, суперчип достали, где здесь наша фигня? Так, у меня есть два, а мне мало, да, мне надо 4. Я хочу чуть-чуть увеличить число мутаций, это очень важно.
Возникновение голода не важно. Так, задание Бургла. Охотник пауткач. Убить ПВО. Вот это я приму. Я постоянно их убиваю. Мне постоянно. Что в магазине у нас есть? Офиг его знает, что есть тут. Набор знаков приманки. Книга инструкций. Так, параицы. Но здесь нифига себе. Это так себе еда. Очень дорого будет. Соли столько, слышишь? Кесадилья из муравьиного льва. Ты посмотри. Сытость, еда, шипы, защита от прожарки. От прожарки у нас есть броня муравьиного льва, в принципе. Нестабильный фундамент. Че его купить? Давай нестабильный купим. Набор знаков, новые варианты для рамки. Турель, во. Турель. Улучшение ласта вообще не надо. Усиление легких тоже. Сканер куси тоже не надо. Книга инструкций изгородь. Гусинизация. Так, макароны с пчелами. Защита при падении. Шанс критического удара. Гусинизация. Ну давай возьмем еще тебя. Перьевые крыши. Ой, вот это надо было взять. А у меня уже нету этих, да. Ну ладно, мы... Турель, камушки надо было взять. Смотри, 4000 стоит. Мятная палица. А, я знаю, что это. Это можно сделать. Так, вот что можно было взять, но... Ну ладно, возьмем. Мы почти все возьмем отсюда. Хорошее и... Все сделаем с вами и обязательно все пройдем. У нас остался еще термитник и на кресло сходить. Но сходим мы. Так, уйди нахер отсюда. Ползаешь тут. Я слышу тебя. Сходим мы это в следующий раз, ребята. С вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого. Увидимся.